село Великое я попал в 47-м году. Меня привезли ребенком, и до настоящего времени я проживаю в этом селе. Ну, поскольку я выведен был из блокады, родителей своих у меня не осталось, о них я точно ничего не знаю. Познакомился со своей супругой, поженились, стали жить в ее родительском доме. У нас трое детей, два сына, дочь. У них есть уже свои дети, их целых пять. Большая дружная семья. Ну, вот этот наш прекрасный дом, в котором проживаем мы с супругой и вся наша семья. Этому дому уже 60 лет, как он был построен родителями. Мы приехали сюда перед Новым годом. Бабушка стала детям дарить подарки. И дедушка говорит, ну тогда сейчас я вам и свои подарю. И, в общем, подарил каждому по билету, а бабушке подарил вот коробку эту с 10 билетами и сказал, найти на Новый год квартиру. И вот один из них дал нам выигрыш. Розыгрыш был 1 января, новогодний. Мы сели за стол перед телевизором и стали проверять билеты. Как мы проверяли? Записывали на листочек последняя цифра, где был розыгрыш квартир. И у нас совпало. 4 января на машину и погнали в Москву. Весь выигрыш почти распределили между детьми и внуками. Себе мы оставили немножко для ремонта вот этого дома. 9 мая – женский день. 23 февраля. Вот на эти праздники мы всегда покупали и дарили детям и внукам билеты. Ну а сейчас мы покупаем еженедельно. Хочется еще выиграть. Всех с праздником Победы! Желаю удачи и счастья в вашей жизни!